Они мани мами. Слушайте, я один начал замечать, что много молодых современных девушек похожи на трансов. Я не пытаюсь сейчас кого-то оскорбить. Я про то, что... Я ни в коем случае не оскорбляю никого. Это я просто... Я к тому, что... Мур-мур-мур-мур! У них сейчас именно молодые девушки, которые вот начали рождаться... Я не знаю, что случилось, но вот... Вот, знаете, молодые люди поменялись. То есть вот сейчас новое поколение, вот ребят, которые там 19-20 лет, они там все здоровые, блядь, хари вот такие, кулаки вот такие там и так далее. И уже, блядь, там в 20 выглядят как 30-летние мужики. Но и женщины поменялись. То есть девушки 19-20 лет, у них все чаще я начал видеть, замечать, у них здоровенные скулы, блядь, широкая верхняя часть лица, в том числе и челюсть и так далее, и так далее. То есть прям выглядят очень по-мужски. Это, кстати, очень популярная операция на лицо. Ну, никому не советую, потому что широкие, на самом деле, скулы вот здесь у женщин делают их лицо менее женственным. То есть вы теряете женственность. Вот, поэтому если кто-то хочет сделать эту операцию специально, вы теряете женскую привлекательность в этот момент. Ваше лицо становится грубым, сразу же грубым. Оно становится более мужиковатым. Купив нову кепочку, зараз буде мій. Охуєнна, кстати, кепка. У мене, кстати, така і є, но другого цвета. Показати вам, хто не видел. Хотите, покажу кепку такую же, блядь. Ну, только другого цвета. Батину кепку хотите увидеть? Видали? У нього здесь даже сетка есть, блядь. Чисто батина. $100 передаем, блядь, за проезд, сукины дети. Куда едешь, блядь? Командир до центра за сколько подкинешь, блядь? Да-да-да. Вот так, короче, блатная кепка. Да ебать, он кайфует просто. Так вот просто от нее шраёбится, блядь. Это из-за еды, из-за гормонов роста и так далее, что животным колят такие крупные пиздюки и молодёжь, понятно. Я так и думал, что они все геномодифицированные ублюдки, блядь. Как скот, нахуй, на убой, походу, готовят, блядь. А почему твоя подруга все время молчит? Так она не моя. Не твоя? Не моя. Тогда чья же? В смысле? Ну, в смысле, если она не твоя и не моя, то, наверное, она чья-то. А, ну это логично, логично. Угу. Логично, логично. Угу. Делает, потом же думает, блядь, дура. А чё ты, блядь, не думала, когда же о мозгами? Блять, у тёлок есть отдельный вайб, выебона, это сесть к какому-нибудь ёбрю, блять, пососичу, и заснять, как они едут с ним в машине. Причём неважно, взята она в аренду, блять, или их просто неважно, это как какой-то прям вот, не знаю, это, знаете, это момент, это для меня это в какой-то степени моветон. Вот, серьезно, это прям вот моветон. Вроде бы, короче, я уже рассказывал про такие формы, про такие формы проявления себя. То есть, по сути, когда ты едешь в машине со своим там ёбарем, в этом нет ничего плохого. И то, что там сняла, ничего плохого нет. Но спустя какое-то время, из-за того, как это постоянно подается и так далее, уже это стало определенным элементом и чертой определенного типажа девушек, которые так делают. Сечете? То есть это уже стало такой формой нарицательной с какой-то степени. В какой-то степени. То есть, по сути, изначально обычные вещи, из-за их формы использования определенными людьми, они уже стали определенный вот такой вот показатель. В общем, забавно, блядь. Да. Ну, блядоты, в основном блядоты, да. Это они прям ловят такой вайб,
Им прям вот, да, в основном блядоты, как бы забавно это не было. Хотя кто-то скажет, что это не связано, но поверьте, это связано. Выеби меня. Понятно. О, конфетка. Видно, не конфетка. Это что, он показывает, как ему, блядь, банки ставили? Я вот чел... А, клоун! Блядь, вы где здесь клоуна увидели, ебанаты? Блять. А, слева вверху, блять, да, пошел нахуй. Быть успешным, хуйня, быть богатым, хуйня, телок трахать, хуйня, вкусно хавать, хуйня. Привет, я ням-ням. И мне грустно. Может быть, за гаражами. Ням-ням-ням. Русские жены, когда муж привез им БУ, трусы и телевизор из Украины. What the fuck is that? Мама, 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 криминал. Мама, 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 криминал. Слышишь, показу. Кому ебло набить? Ну-ка тише будь, пацаны шутить не будут, всю ебучку расшибут. I can't eat fast, I have a braces, but I very won't eat this. Okay, I do this. Там все сосали мужикам за бабки. Я, конечно, не сосала. Он всех переебал, но меня, конечно, не ебал. Ой, пойду удалю мех, пока муж не понял, что он всю ночь во сне не Барсика гладил. Пряница, мама. Блять, шутки за 40. Мама, поляныча, 5, наверное. Папа, поляныча, укрзали изныча. Move the body, shake your body, can you hit everybody? Жизнь ворам, смех мусорам и салам алейкум всем четким пацанам. Ну, ебать копать, ваша честь. Можно мне другого адвоката? Я сам охуел. Я гоню фантомы, призрак, будто бы я скупота. Я тусую с эндерманом, будто бы я лобода. Если хочешь попиздеть, то чапа скажет кратота. Я был бедный, как и ты, но это просто хуета. Марокия. Скоро ты такие же шутки шутить будешь? Ну, может быть, да. Криминал, мафия, шиш, кокаина, си. До конца, ну да, хорошие слова. Что ты скажешь мне, родная, через годик, а? Вспомнила я тоже, а что любви было, да. Ох, эти вечные пацаны с района. Сколько бы им лет не было, они постоянно остаются пацанами с района. Дороже фольга, зажигалка, да и ничего. Спасибо. Не надо. Ты чё, акуна, батата? Ебать, не свой, сука. Ебать, жесткий. Пацаны. Серег, не чувствуешь, что тупеешь от этих кринж-тиктоков? Я уже и так, я уж слишком тупой, так что... Из современных исполнителей музыки тебе не нравится или бесит? Видимо, кто? Да никто, блядь, я похуй на всех. Настили покоряют города, рейбаны на глазах, черная борода. Бля, с матерью что на своей гуляет или что? Калаши заряжены всегда, даже когда лёд и холода. Как она кричала, мужик окончал. Чел, ты вообще видишь, блядь, как я тусуюсь, долбоёб ебаный? Чел, моя тусовка лучше твоей в 300 раз. Привет. Блядь, что-то неприятный вайб на самом деле от него. Ну, какой-то, блядь, дискомфорт я ощутил. Это здорово. Я есть Spotify. Привет, я украинская Кардашьян, а ты? Представили ебало Кардашьян, когда у него вот такое ебало внезапно стало? А ты? Ты?
А я русский грек, блядь. Со мной Зевс. Да, да. Попа норм. Чел, это ужасная жопа, держу тебя в курсе. А когда она снимет джинсы, она будет еще ужаснее. Вот оно, наконец нормальный тикток, блядь. Алло, братан, у меня проблемы, мне нужна твоя помощь. Алло, братан, сейчас буду. Чуть не наебнулся, когда тормоза нажимал на мокрой траве. Здорово, здорово. Блять, учитывая, что там не было разборок на фоне, видимо, он позвал его отсосать себе. Я не знаю, какая еще помощь ему могла понадобиться. Киска, киска, а, понял. Я ничего не хочу сказать, но примерно так Дазл кастует свою ульту в доте. А, Дазл, ну это из первой доты, простите. Простите, простите, да-да-да, я слишком это... Он в первой доте Дазл назывался. Тотем ставил. Он Тотео оставил. Нет, подождите, я сейчас перепроверю даже. А, Вич-доктор, блядь. Да, ой, Дазл это другой, точно. Простите. Вич-доктор, да. Вич-доктор, я забыл, да. Вуду Джестер, да, Вич-доктор, да. Сынок, пошли писечку помоем. А, не знаю, паразит. Ебать. Так хочу тебя трахать, су... Когда понравилась соседка. Во все щели, чтобы соседи во всем доме просто охуели. Ложись. Можно вебку поярче? Блять. Теперь увидите меня во всей красе. Привет. У меня пачка левой руки, я пошу под андеграунд. А ты. Запомни, сука, мне пухую, как у тебя дела, кому дала пухую, мне на тебя, как тебе на меня пухую. Мне осталось совсем немножко качать, чтобы губка полностью доставала к носу, вот так. Я сказал, суки, тряси жопы и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Я сказал, суки, тряси жопы и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо. Бля. Я сказал, суки, тряси жопы и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо, будешь начинать сначала. Отфутболил эту суку, потому что я красава. Да, я уважаю женщин, но шлюх не уважаю. Я сказал, суки, тряси жопы и не открывай ебало. И не вздумай делать плохо. О, бля, еще музон такой пиздец ебанутый, блять. Просто для умственно отсталых дебилов. Освобожденный джанга,
день. Пупсики мои, вы не ошиблись. Это Наруто. Да, это мой муж Наруто. А я его девочка Тяночка. У нас уже с ним 25 детишек. 20 сыночек и 5 дочек. Вот такие вот дела. Вы не ошиблись. Время идет. Идет времечко. Все взрослеют, все стареют. Появляются детки. Ну и так далее. Желаю вам счастья, здоровья. И всего-всего... Вот это, блядь, Тяночка. Самого наилучшего вам. До свиданечка. Вам нужно перестать... Наруто больного туберкулезом человека, блядь, и его Тяночка. Дрочить. О боже, что случилось? Почему я... Ну, хотя бы потому, что мы сейчас с вами разговариваем. Алло, Гриша. Как такую свиноматку вообще пороть можно? У тебя еще грыжа не вылезла. Алло! Когда вы доставите мне уже пиццу? Сколько можно ждать? Алло! Блядь, просто чел, блядь. Там же такая свинья, я даже не представляю, как ее можно пороть. Может, у тебя и геморрой вылез. Вот это пошутил, блядь. Вот это пошутил, блядь, парень. Выеби меня. Вчера умер брат. С пропажей тяжело жить дальше. Блядь, просто когда люди присылают 1000 рублей и говорят такую новость, это странно.